Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть Dying Light и продолжаем проходить эту игру. И добро пожаловать вроде в какую, 11-ю или 12-ю часть. Ребята, опять вот эти бесячие, ну чё вы такие дотошные-то? То есть, смотрите, раньше их не было, а сейчас по мере прохождения они появились. Нужно от них убегать или что делать, я не знаю. Или просто убивать. А знаете что? Мы же еще даже пушку нашли нашу. Ну, в смысле, новую пушку. В смысле, винтовку даже. Вот она. В предыдущей серии, когда убили одного из людей Раиза. Райса. Так. Сначала. Вот это, и сейчас великолепный взрывной сюрикен. Пух. Так, ну что, побежали, ребята, мы дальше, куда нам там нужно. Опа, давайте сначала расчистим, что так уж и быть. Так. Вот зачем эта маскировка. Ух, это круто! То есть мы можем скрываться на какое-то время. Угу. Еще вот этих, да, убить? А где он? Так, ребят, я молчу, просто это такая игра, где, в принципе, горит даже сложно иногда. Фух, а зато мы открыли еще одну сейф-зону, что, в принципе, очень круто. Вот это я всегда забываю использовать, то есть вот это, чутье. А вот это реально крутая штука. Так, куда нам вообще идти, что нам вообще делать? Ну, они А как вы замечаете? Так, они украли доктора Зрхренерере, и нам сейчас его нужно вернуть, да? Только я не знаю, где он, нужно посмотреть на карте. Ага. Короче, в штабе Раиса, что ли? Фу, я там знаю, дальше будет какая-то арена, мне уже кто-то заспойлерил. Не хочу арену, пожалуйста. Не нужно нам арену. Ага, нам сюда нужно, да? То есть в ихню... Давайте тогда сразу пушечку возьмем. Хотя у нас патронов-то даже нету. Нахрена тогда пушечку? 10 патронов нас не спасут, можно и так сказать. Спасите Зере. Так. Фу, ладно. Давайте оббежим лучше или вот сюда перепрыгнем. Тут закрыто. Again, the garrison's shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Find another way in then. Check the back, but don't take any stupid chances. Those bastards will rip you apart if they get. А как нам пробраться туда? Опа. Так, тут что-то можно взять, нет? О! Ага, сейчас, дайте. Так, вот. Окей. I found an entrance. Can't say it was easy though. I'm going in. Just keep your eyes open. Good luck in there. Они где-то там наверху, да? Я не хочу с ними стреляться, у меня даже патронов нету. Hey, look, over there. Who is it? Так, нам туда наверх, да? Holy shit. Быстрее, 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 а то сейчас запалят. Так, ты не падай там. Хм. Ага. Так. Сейчас.
твою мать! Вот я придурок! Ну это я случайно, это я мышкой об клаву случайно. Ах, твою ж мать! Твою мать! Ну нужно же было выстрелить как-то случайно. Охренеть. Ребята, не думайте, что я специально запалил, но, короче, охренеть просто. Сейчас нас тупо тут перебьют, да и все. У меня же даже патронов нет. Я даже с этого стрелять не умею. Жопа, нам жопа. Стоим как два придурка. Ну залезай. Ну залезайте. Ну... У, залез. Иди ты нахрен, чувак. Так. Нам бы патрончики. У нас только 6 патронов. Найдите вход в здание. Замечательно. Я там видел что-то. Я там что-то видел. Вот. Это вход, не знаю. Статуэтка какая-то. Так. Пожалуйста. О, там еще бежит. Твою ж... О, нифига себе, с одной пулей. Только патронов нету, а патроны нужны. Я случайно выстрелил. Если бы я не выстрелил, то мы бы могли его, в принципе, застилить всех. В смысле, по стелсу. Но я извиняюсь, ребят. Это я случайно, честно, кнопкой случайно задел. Ну ладно. Патроны мы крафтить это 100% не можем. Так. Чертежи. Супер кровопускатель. Инвентарь, рабочий топорик. Короче, Экспалибур, я чуть тебя не хочу в данный момент. В смысле, чтобы ты у нас был. Вот, кувалда, пускай будет. А кувалда какая? Сильная вообще? Хм, нормально. А кувалда собрать, допустим, собрать, да? Супер ключ Бенджамина Франк. Сейчас посмотрим, что это такое. Ух ты, тоже электрическая хрень какая-то. Ну да ладно. Найдите вход в здание. Хм. Во. Нет, тут закрыто. Ха, ну ща попробуем найти что-то. Вот это зрение нам, в принципе, в смысле... Как это называется? Ощущение, вот оно. Даже мы нашли. Случайно сюда зашел, но нашли. Ух, ребят, эта серия, мне кажется, будет жопа просто. Плюс к тому, что у нас патронов нету, а патроны так нужны, чтобы их убивать. А если нам еще какой-то стрелок попадется, а у нас патронов не будет, как мы его убьем? Train here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? Global relief efforts position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait. Just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Irrelevant. We're doing this to protect billions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zara, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but...
have 48 hours. Это что, уже практически конец? Ну как конец? То есть наполовину может. Что еще хотел скрафтить? Тут мы ничего не можем. Что-то я хотел еще посмотреть, но. Так, вот, инвентарь. Тут, в принципе. А что мы можем еще скрафтить? Отмычка, коктейли Молотова, ракеты, сюрикены, горячие сюрикены, взрывные сюрикены. Давайте вот обычные скрафтим, тоже пригодятся, можно и так сказать. А сколько там крафтится за один раз? Много, мне так кажется. 32, нормально, нормально. Так. Метательный нож, ага. То есть это мы тоже можем поменять, ладно. Вот это важная хрень, а я всегда забываю ее использовать. Это же помогает найти вещи и... Так, ладно. Это что? Тут куча сейчас будет врагов, мне так кажется. Мы же внутрь забрались. Охренеть, смотри, сколько тут вещей. Офигеть, это все можно полутать и много чего получить. А, так, мы еще сейчас и поедим что-то. Нормально. Так, так, замечательно, трубный. Так, так. Еще что-то есть? Ага, сейчас сюда. Но в данный момент что-то пока никого не вижу. Может, сейчас еще будет куча людей. Посмотрим. Баксы. Так. Видите, есть тут всякие вещи, и они полезные. Ага, а туда нам как пробраться? Ага, вот лифт. Просто вызвать. Shit, it's broken. Maybe I could pry it open. Ну? И сейчас? Ху. Ну вот мы и спустились. То мы были просто на крыше, да? То есть в этажах вот этих. Сейчас мы спустились. Сюда нельзя. Если нам дают метательные ножи, значит, мы их 100% должны использовать. Вдруг они даже с одного удара убивают. А по стелсу можно вообще их убивать? По стелсу что, их даже убивать нельзя? Или просто нужно привстать? Я даже не знаю, нужно потом будет попробовать. Так. Не, ну в принципе я говорю, если вот эти ножи нам дают, значит они должны быть полезными. Мы отсюда пришли, да? Значит нам сюда. А как сюда, если не сюда? То есть вот эти двери мы не можем открыть. А прикиньте, вот эти двери просто забагались и в принципе... А, нет, вот. А хотя нет, мы отсюда пришли. Ага, значит, если мы отсюда пришли, нам сюда нужно. Я понял. Да хотя нет, если это по стелсу, значит, это должно быть... когда мы приседаем. А почему я по стелсу не могу? Ну, может, я сейчас посмотрю. Я, короче, не знаю, можно тут по стелсу что-то делать или нет. А вот так, тварюги. Только так мы патроны, охренеть, как быстро потратим. Вот так. Фу. Сюрикены, сюрикены, великоли. Так, ножи мы уже потратили, да? Как я понял. Класс. Так, дальше, ребята.
покушать что-то, чтобы восстановиться. Мы же на кухне находимся, тут, в принципе, должно быть куча всего. Ну, я так надеюсь. Да, действительно, есть много чего. Это все, ребят, нужно лутать. Так, гвозди. В соседней комнате есть что-то. Кувалда. Ну, возьмем на всякий случай. Так, во. Ребят, вы видите, сколько нам аптечек дали? То есть, не зря, не зря, мне так кажется. Если нам дают столько аптечек, значит, нужно будет их использовать. Так, искать. Искать. Where are you, old friend? И вот они, да? Так, ребята, я просто молчу, я действительно говорю, это такая игра, что прям иногда просто хочется помолчать и даже ничего не говорить. Так, тут ничего. Вот меня бесит то, что тут нельзя по стелсу что-то делать. Это бред просто, если честно. Такой игре как раз стелс и нужен, то есть вот сзади подойти, вот так, убить его быстренько. Бредка. А ну, нож. Есть у нас какой-то нож обычный, складной нож, допустим, да? Если вот, вот сюда, допустим, поставить. Нет, ну в смысле, я думал, может, ножом можно. Чувак, мы тут. Ты в курсе? Раскидали, да? Но этот нож не очень прям, но все же. Так, тут еще что-то может быть. Так, сейчас. Хм, а с этого топорика можно что-то путевое сделать, допустим? С этого нельзя, с этого можно. Собрать. Давайте посмотрим, что это будет кровопускатель. Ух ты, ну в принципе улучшенный просто. А, нет, вот он. Ух. Так. Ну, давайте сначала... О, ребята! Смотри, сколько у нас патронов. А где я их нашел? Вот это круто. Там что-то было, я видел. Ну да, понятно, что где-то внутри. Фух. А как сюда войти? Ага, вот, просто сюда. Взлом. Ух, отлично. Что тут будет? Патрончики. Нам нужны прям куча патронов. Ух ты. Инвентарь заполнен. Если инвентарь заполнен, значит мы его сейчас расчистим. Бросить. Это бросить. Экспальбур нет. Бросить. Фонарик, нож. Это бросить можно. Это тоже. Трубной. Нож. Кувалда. Простой топорик. Так, ладно. А возьмем мы вот это. Медный нож, ребята. Ну, урончик такой себе, но все же. Косметика. Так. Полный комплект пистолетных патронов. А у нас даже пистолета нету. В принципе, может, потом найдем, фиг его знает. Ладно. Потопали. И давайте я еще немного болтаюсь тут. Ребята, смотри, 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 что я нашел. Пистолет я нашел. Ух, это вообще круто. Пистолетик, пожалуйста, где он, где он, где он? Вот он, немецкий пистолет. Куда бы его одеть? Вот сюда. Так, вот он. Пистолет, винтовка. Вот в этой миссии нам дают вещи, то есть пушки. А, все, у нас уже по фулу. А ну, тут есть какие-то изменения. То есть у нас сейчас сколько? 225, а тут 209, а тут 226. Ну, в принципе, разница небольшая, поэтому выкинем. Фух, ну что, потопали дальше. Не зря я сюда зашел, потому что нашел нормальные вещи. Даже пистолет нашел, это очень круто. Так, нам вниз нужно спускаться. Пистолет. Ж
Жалко, что тут стелса нету. Вот сейчас я бы тебя убил просто, да и все. Ах, они еще и стреляют, заразы. Я в том смысле, что урон такой нихреновенький. И нужно лечиться много раз им будет, мне так кажется. Фу. Так, тогда давайте лучше вот это возьмем. Больше никого? Ты что, сам себя поджег, дебил? Ну вот придурок. Там еще. Еще. Ребят, хитшот, мастер хитшотов. Но только не там, где нужно. Лучше бы так в CSGO стрелял, а то там хрен. Так. Но сейчас не хитшоты, хотя вот, один пошел. Там еще кто-то был? Так. О, с них тоже можно подбирать патроны, это круто. Полный пистолет, ага, в смысле патронов. Хедшот. Где ты? Где ты, зараза? Хедшот. Где? Пожалуйста, покажись. Хедшот. Так. А с них еще и патроны можно поднимать, это очень круто. Так. Твою мать! Ты меня отвлек, зараза. Они столько урона наносят, что не напасешься вот этими лечилками. Who is it? Who's there? Blackstock, it's me. Crane. Thank God. Listen, this is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please, lower your voice. Oh, yes, all right. But understand, my research, it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would deliver them, but she was there, and time being of the essence. Oh, Doc. Зашибись. So, it takes no more than a false hope of risk. А где, откуда они взялись, непонятно, но. Hunt the scorpion down. Spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never. And I'll never talk. You'll get nothing from me. I am less concerned with making you talk, Doctor, than I am in preventing your escape. You sadistic fuck, he's an old man. Give the doctor some first aid. And take Crane to the pit. Вот и арена, походу, да? Зашибись. Я нашел зверя, хотел забрать его к Брекену, хотел забрать, но Раис и его банду устроили засаду. Класс. Сейчас мы окажемся, хрен его знает где, да? Ладно, на этом, ребят, давайте все-таки закончим. Хотя мы сейчас, походу, не знаю где. Ребят, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Продолжим в следующей серии. Всем удачи и всем пока.